Отрицательно отношусь к этому, конечно. Как почему? Получится так, что любой гражданин Азербайджана и Турции сможет спокойно приехать в Армению и вложить в нашей стране 150 тысяч долларов и стать гражданином Армении. И этот человек, как и я, сможет участвовать в выборах и выдвигать свои требования, решать свои вопросы. В любую минуту нас ждет опасность. Разве это жизнь? Вы сами прекрасно понимаете, что мы уже стоим на краю пропасти. Хорошо отношусь к этому вопросу. Благодаря этому проекту экономика нашей страны будет развиваться. Однако не совсем согласна с тем, чтобы они получили гражданство Армении. Как бы ни было, отношусь к этому положительно, конечно. Нам не нужно, чтобы каждый желающий стал гражданином Армении. Посмотрите, что творится в Аджарии. Сегодня там живут одни турки и азербайджанцы. Нас ждет такая же участь. Я против этого. Мы должны принять всех тех, кто хочет стать гражданином Армении, в том числе азербайджанцев и турков. Посмотрите, сколько русских приехали в нашу страну. И что тут плохого? Я знаю, что в Грузии живут очень много азербайджанцев, и с грузинами у них нет никаких проблем. Наоборот, живут очень дружно. У Грузии проблемы есть с Россией, но не с Азербайджаном. Мы маленькая нация. Ничего плохого не вижу в том, что если азербайджанцы и турки станут гражданами Армении. Получается так, что азербайджанцы приедут к нам и скажут, что хотят стать гражданами Армении. Если за 150 тысяч долларов они получат армянское гражданство, то потом за 50 тысяч долларов захотят получить что-то другое. И мы должны согласиться, мы уже привыкли все отдавать и продавать. Что происходит с нашей нацией? Как можно такое допустить? Армению превратили в черт знает что. Пусть придумают что-то хорошее для народа, откроют рабочие места, купят оружие. Думаю, от Армении ничего хорошего уже невозможно ожидать. Остается один путь – продать свои дома и уехать отсюда. Всех армян как будто гипнотизировали. Люди в депрессии. У нас нет руководства. Это бесхозная страна, поэтому мы в таком положении. Думаю, чем больше людей разных национальностей будут жить в Армении, тем будет лучше для нас. Я долгие годы жила в Америке. И мне очень нравилось, что там жили и живут люди разных национальностей. А мы почему-то мононациональная страна. Так не должно быть. Посмотрите, сколько турков живут в Германии. И живут хорошо. Мы должны жить в мире и дружбе со всеми. Подружиться должны. В интервью журналистам свое мнение по этому поводу высказал и первый заместитель начальника полиции Армении Арафи Данян. Они могут получить гражданство Армении не только из-за вложения 150 тысяч долларов. Азербайджанец может иметь российское гражданство, но стать гражданином Армении. Поэтому мы не собираемся останавливаться исключительно на факторе гражданства.